Привет, меня зовут Женя. Обычно я занимаюсь карате, но сегодня пришла на функциональный тренинг к шатра. И по словам сенсея, мы успели не все, но из того, что успели, пара впечатлений – это состояние какого-то потока. Пару раз бывали вспышки в глазах. Что-то очень необычное и одновременно успокаивающее. В принципе, сейчас такое состояние, что можно просто идти и спокойно сворачивать горы. Спасибо, сенсей.